Картини Світлани Іванченко зачаровують, привертають увагу. І сьогодні ми навіть побачимо роботу, яка створена для зими, для того, щоб покращити наш зимовий настрій. Пані Світлана вже в нас студії. Світлана Іванченко, художниця. Мабуть, багато хто знає вже вас і знайомий з вашою творчістю, але ось таких робіт ще, мабуть, не бачили. Так, це нові, це ваші свіжі роботи. Правильно? Здравствуйте. Доброго дня. Спасибо, что не забываете обо мне и приглашаете для встречи с зрителями. Это работы не новые, но по теме, зимней теме. И так как вы, наверное, со мной согласитесь, что новогодние праздники и новогоднее настроение, оно связано с лесной тематикой, с лесным духом. Угу. Вот елочка приходит к нам из леса, Дед Мороз, Снегурочка. Даже с детства, да, когда на новогодних утренников и деток одевали в костюмы зверей. Поэтому вот Новый год, он приближен больше вот с лесной тематикой. А завжди поэтому ж хочется снегу, хочется краси, да. А де ж все це є? Звичайно, в лісі, звичайно, десь, можливо, ходять, бігають і тваринки, до яких хочеться теж якось вийти, привітатися, не знаю, там, зимовою красою, так? І ось тут якраз все це показано, я дивлюсь, такі ялиночки просто неймовірно гарні, білі, засніжені. І просто дивно, що все це зроблено з коралової крихти. Да, всі мої роботи. Ну, скажем так, что я художник прикладного искусства, который работает в своей авторской технике песочно-ракушечная мозаика. И фишка моего творчества состоит в том, что я использую только природный материал и не подвергаю дополнительным подкрашиваниям. Вот весь материал, он природный. Просто неймовірно. Ви собі уявляєте, це все перебрати, розкласти, розфасувати за кольором, за гамою, за напівтонами, і все це потім скласти в мозаїку. Порядку, в порядку скласти. Тобто це не просто отак от можна там якось хаотично все це зробити, так? А це така дуже велика робота, дуже кропітка праця, з якою Правильно. Ви зіштовхуєтесь кожного дня, бо багато працюєте насправді, щоб зробити отаку от одну роботу. Зритель должен мне поверить. И если вот данное панно под названием «Лакомка», и мы видим олененка, который лакомится мороженкой, да, замороженными ягодами, это последние дары осени, которые остались для животных. И вот это панно, оно выполнено на моей очень любимой, на моем очень любимом материале. Это жженая кора пробкового дуба. Вот мне очень нравится этот цвет. Ага. Это такой шикарный, вкусный цвет черного шоколада. Здесь и корни деревьев, и мой любимый коралл, коралловая крошка, мраморная сечка. И вот красные ягодки – это тоже крошки красного коралла. Ну, коралл он не только белый, бывает, ну, и голубой коралл разного цвета. Но именно это не тот коралл красный, который используется в ювелирных работах. Uh-huh. Он такой очень нежный, крошится, поэтому вот я использую именно вот эти вот маленькие uh-huh. крохи. Це з маленьких зроблені великі ягодки, так? Ягодки, там просто ракушка, і угу. зверху вона посипана вот этой вот красной ага. крошкой. Ну, это просто мои уже авторские такі наработки. Я дивлюсь, наскільки вдало підібрана тварина, і як тільки чисто виконано усе, що у неї там є,
таке враження, що ви бачили вживу, як це відбувається, бо насправді видно, що і очі блищать, аж хочеться з'їсти ту ягідку, і дуже гарно виконаний сам процес, як їсть тварина. А от виконані так і губи, і рот, все це в правильному порядку розташовано. Тобто, насправді, таке враження, що ви вивчаєте анатомію, ви вивчаєте зоологію, і все це потім поєднуєте в своїх знаннях в роботі. Ну, діло в тому, що більше, якщо признатися, я для своїх робот, для своїх мозаїк використовую вже фотографічні сюжети. Ну, я выбираю какие-то фотографии, которые вот меня трогают. И уже я хочу выполнить этот сюжет, но сделать это в моей авторской работе, в мозаичной исполнении. Но для этого, чтобы, еще раз говорю, чтобы мне зритель поверил, я должна тоже очень сильно потрудиться. Вы действительно правильно сказали, что для того, чтобы перебрать по цветам, по оттенкам, песок, ракушняк, это, ну, это месяцы уходят на это очень долго. И вот моему творчеству уже, скажем так, 18 лет, за это время уже, ну, конечно, ну, давно за сотню перевалил количество моих работ. И получается, что вот за год хороших качественных работ я могу исполнить, ну, не больше 5 картин. Это бывают и картины, и панно. Но здесь, конечно, та зима, которую мы ждем. Так, да? А вот в этой работе, в этой картине, ту зиму, которую мы сейчас имеем, да, она теплая, она более дождливая, и здесь на этой работе тоже использована и кора пробкового дуба, и песок, и ракушняк. И вот эти кусочки ракушника, ведь действительно я не собираю целые ракушки и потом прихожу домой и их дроблю. Нет, мне надо именно вот этот ракушняк, этот песок, который выталкивает морской прибой, и вот тогда я собираю, или мои друзья, которые едут на море, и мне привозят. Вагонами привозят вам песок. Ну, и мушли, не совсем, мабуть. Но ведрами это точно. А ви, коли, мабуть, їдете кудись, то також перша справа – це позбирати все, що там є. Обязательно. Пісок теж привозите? Чи ні? Пісок привозим, но он очень тяжелый. Вот этим летом мы были в Греции, и с ракушками там было напряжено, но мелкая-мелкая галька цветная. Тут мы уже, конечно, душу отвели, и зеленые оттенки, и янтарные оттенки, неймовірно, и как гарно. Слюда, ну, как хрусталь. Ще будуть роботи, так, я розумію? Будуть обязательно такі роботи. Ви ще з неї не зробили ще нічого? Чи вже ну, почали? Діло в тому, що під настроєння. Под настроение, вот, например, эта работа, да, вот очень много художников прикладного искусства, которые используют ракушки, но они делают какие-то орнаментные красивые работы, украшения. Я тоже прибегаю к этой технике, но для того, чтобы обыграть сюжет. Це краще. Це да, мені і от в цій роботі здесь таке женське красиве украшення. Но я люблю пісок. Я люблю таку задачу, де мені не просто зробити, наприклад, портрет. Мені дуже важливо, щоб зритель мені повірив, що криється за характером. И если эта работа называется «Невольница страстей», то ось, мне важно, чтобы этот взгляд… Я думаю, чему же у нее такие очи? Вот этот взгляд должен раскрыть характер. Неймовірні очі, і ви все зробили так, як і є, мабуть.
тому що я вам повірила. Ну, я повірила, я думаю, що всі решта також повірять, побачать. А справді, таке око вийшло, таке, от знаєте, в цьому погляді вже видно все. Я не знаю, як ви це робите, я просто не уявляю, як можна так підібрати влучно матеріал, докласти туди, зробити навіть макіяж цій дівчині з відтінків піску або гальки. Так, чи здесь пісочок, здесь кусочки, ну, ракушня, конечно, кусочки ракушек, перламутр. Угу. Ну, в общем, весь материал, который, вот, чтобы еще очень много времени мне понадобилось, чтобы все-таки собрать нужный материал. Ну, це справді серйозна справа. Дніпропетровськ далеко, не побережжя якогось моря. Да. А з нашого піску щось можна робити? Наш пісок річний, є річний пісок, є кар'єрний пісок, мені привозять різних цвітів. Але у нього така фактура, як мука. Угу. И я очень редко его использую. Это единственное, что вот мне, может быть, надо что-то оттенить. Угу. Вот что-то придать какую-то глубину, где уже вот таким песком, которым я работаю, а это песок такой, он немножечко гранулированный. Ну, треба, чтобы он был просто не такий мелкий, мабуть. Да, так? Чтобы я могла угу. его уложить в мозаику. Ведь так и называется моя техника. Песочно-ракушечная мозаика. И песчинки тоже вот укладываются как в мозаику. И дело в том, что это настолько интересно, настолько захватывает, но это и материал такой коварный, потому что когда выполнишь работу, и потом сверху покроешь лаком, потому что я обязательно работаю покрываю лаком, потому что песок, ракушняк, они несут такой вот ну, солевой такой налет. А, и как, когда, да, вот как вот вода, да, вот на побережье, там, где прибой, там, где вода, как все переливается красиво, да, блики солнечные и все такое. А соберешь, принесешь домой, осмотришь, тусклый, и все откладываешь. И когда покроешь лаком, уже вот это вот отдает, вот солнце вихльостовує. Блиск з'являється. Але ж я дивлюсь, що ви не скрізь використовуєте лише там, де потрібно, мабуть, так? Бо воно ж не все блищить. Є матові відтінки, а є... Є матовий лак, є глянцевий мак. А, ось як ви. Так, тому тут вже, я ж говорю, наработки довгих років. Угу. Это уже такая авторские какие-то такие заморочки. А я ще хотіла показати нашим глядачам ще такі дуже гарні такі роботи зимові, святкові. Все це виконано на мушлі. Подивіться, яка краса тут виходить. Пані Світлано, ви створили такий настрій новорічний. Такі є, я бачила, там ще є різні вони, так? Різного виду. Дело в том, что на каждые праздники я стараюсь делать свой авторский сувенир для того, чтобы подарить своим близким и знакомым, друзьям. И не зря вот мы сказали, что Новый год все-таки связан с животными. Да? Даже название года, вот год за годом, да, вот идет, вот сейчас год крыски, да, и это моя тоже фирменная крыска будет, она выполнена, да, на перламутре, такая перламутровый медальон, вот здесь и маленькая розовая ракушечка, какушка, и кусочек сыра, это осколочек янтаря, и елочка, это тоже осколочки, они малахитовые, настоящие, себе. Да, малахит. И крупинки белого коралла. Так что весь мой дуже любимый материал, да. И вот такие медальончики, которые можно повесить и на елку. И дело в том, что
до 6 февраля, ведь по идее только 6 февраля к нам вступает в силу уже река. Да, крыска к нам, и вот мы должны ее привлечь своим вниманием, что мы ее ждем. Дуже гарно, справді, такі ніби іграшки виглядають, вони дуже гарно прикрасять будь-яку оселю, насправді такі от блиск мають, тому що він є природнім, так? Це ж така зворотній бік мушлі, коли той найбільший блиск, він якраз на поверхні у нас. І от якраз те, що всередині ховалося, якраз його показали тут. Дуже гарно. Круг не зовсім от ровный, это даже придает пикантность, потому что видно, что это из настоящей ракушки вырезан круг, медальон. Такой медальон можно повесить и на бутылку шампанского, не только прикрасить елку, но и вообще творчеству хозяек нет границ, и они найдут применение, куда использовать такой сувенир. Я дивлюсь еще на ваши работы и завжди хотела запитать, як же так вам вдається приліпити усе, що там є, і воно не обсипається? Це ж пісок, це ж мушлі, це все такий крихкий матеріал, який може обсипатися, і тим більше він має у вас такий великий об'єм, ну десь трошки, десь трохи більше, десь якось ви робите спеціально таку роботу. Як це все, як вдається? Технічні моменти. Це достатньо тяжело, тому що клей я універсальний використовую, який от може клеить и камень. Но дело в том, что вот песок, он настолько коварный, если большую кусочек ракушки вот можно приклеить, и ты знаешь, что он будет держаться, то когда я работаю, моя работа лежит в плоскости. Я не могу, как художник, стоять возле мольберда, и один стежок, второй мазок. Стежок, это потому что очень часто мои работы воспринимают как гобелены. И вот как получается, как стежок такой вот. Но когда ты высыпал песок, уложил его, и дело в том, что очень трудно, например, если большая работа, взять и охватить вот сразу все. Почему? Я очень много делаю. И мне получается маленькими частями, потому что клей, пока делаешь одну часть работы, там уже клей высох. Потом присыпал, поднял, половина высыпалась на пол. Ты опять собираешь и опять этот песок перебираешь по оттенкам. Это настолько вот тримає вас вона, так? Ось ця праця. Пані Світлано, мені хочеться побажати в цьому році вам великого терпіння. Хочеться, щоб удача, успіх, щоб усе це було завжди, так, здоров'я найголовніше, щоб ви відчували щастя і радість від того, що ви робите, від того, що ви можете подарувати нам усім. Насправді, просто подивившись, ми побачимо те естетичне задоволення. Дуже приємно, дуже добре, що є у нас такі люди, які можуть працювати з таким матеріалом і виконувати просто неймовірні речі робити, виконувати такі роботи. Тож, я так сподіваюся, ще прийдете до нас у гості. Ось, ну, а ми з вами завершуємо вже нашу програму. Дивіться нас ще з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.